Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. Привет, как дела? Серьезный день, ребята. Как настроение? Це не фейк, і я дуже серйозно відношусь до нашої країни, до життя кожної людини. І от здесь, понимаєш, тепер вони заставляють дітей будки ваші строїти. Знаєш, чому у нас жесть собачка? Да потому що ми свій вибір з тобою починаємо в будках. Понятно? А вибирати-то не з двох пи***сів вибираємо менше. І так 25 років подряд. Ти ж знаєш, що я кажу? Да, тогда при решении этого вопроса будет учитываться специфика. Уважаемый журналист, я прошу прощения, я не готов к этой пресс-конференции. Как совместить физкультуру, спорт, если хотите, изучение украинского мовы? Первая причина, конечно же, они хотели бы видеть в президентах такого человека, как Василий Голобородько, с такими, самое главное, моральными ценностями. А второе, конечно же, это ответ всему политическому истеблишменту. Люди хотят что-то новое. А я тут ни при чем. Перестаньте. Мы же все понимаем, что это твой человек. Нет, я был уверен, что Голобородько это твой человек. Ясно. Если не твой, не мой, значит, это человек Рустема Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею к Голобородько никакого... Много всего нового научиться. Посмотреть, как дышит собака. Я обещаю вам піти в президенты Украины. И одразу виконую. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это разом. С Новым роком. Для того, щоб Україна була об'єднана, щоб Україна була захищена, щоб безпека України не ставилася під питання. Прийшли до висновку, що цілісність України і єдність... Я ніякая не ігрушка в руках Коломойського. Я не був би ігрушкою, чесно говоря, ні в руках ні одного із цих людей. If you're a man of principles, yes. Why are you working for a man who the anti-corruption authorities say has stolen all this money from the people of this country. Все каналы у нас принадлежат олигархам. Все крупные предприятия принадлежат этим группам. Получается, что мы все люди в Украине, 40 миллионов людей без принципа, мы все работаем на этих предприятиях. Или теперь весь юмор будет про меня? Да? Про вас. Какие вы сволочи! Ладно, ребята.